Фермер из Франции сегодня учил красноярцев делать фуа-гра. Тьер Бати прибыл из департамента Шаранта, у берегов которого находится знаменитый форт Боярд. Гость поделился с красноярцами вековым опытом фермеров Западной Франции. Он показал, как правильно откармливать птицу. Гусей и уток три раза в день обильно кормят кукурузой. Тогда печень каждого питомца будет в 10 раз больше, чем у их диких сородичей. Разделывать гусей и уток тоже нужно правильно, делая надрезы в нужных местах, чтобы ни один кусок не пропал даром. Тьер – необычный предприниматель, его ферма семейная. Поэтому советы француза пригодятся дачникам, которые хотят готовить фуа-гра у себя дома. После мастер-класса гостей мероприятия угостили паштетами и магре. Особенность семейного фермерского хозяйства в том, что вся цепочка производства прослеживается от А до Я. Нет такого этапа, который фермер не контролирует, поэтому он на 100% отвечает за качество продукта. Тогда как большие индустриальные заводы за это не могут отвечать, там слишком большая цепь производства.